В Якутске проходит городской чемпионат по футболу среди юношеских команд «Кожаный мяч». В нем принимают участие 6 команд, более 40 спортсменов. Но соревнуются не только дети, также участвуют и взрослые, специалисты субъектов профилактики и профессионального педагогического сообщества. Турнир проводится в целях поддержки детей с детьми, а также профилактики и укрепления межведомственного взаимодействия. Подобные соревнования в этом году проходят в первый раз, но организаторы планируют проводить их ежегодно. Чтобы они увидели друг друга, и чтобы у них сложился дружеские отношения, ну, в целях профилактики. Пришли к тому, что действительно для мальчиков это активный отдых, это действительно чисто мужская игра, но подключились, изъявили желание девочки, чтобы и у девочки тоже попытались играть. Это чисто дружеские отношения, чтобы у них было.